Всем привет! Начинаю видео про свою ванну и туалет. С чего я начала делать туалет и ванну в новостройке? Так как мы собирались очень быстро сюда въезжать, нам уже должна быть вода и унитаз. Но прежде чем ставить воду и унитаз, чтобы вот это вот много раз не таскать, я решила, что первым делом, как только я въеду, я положу плитку на пол. И вот смотрите, я выбрала уже плитку, я уже знаю примерно, какого цвета я хочу свою ванну. И выбрала плитку нейтральную, я смогу сделать и бежевую, от темного до светлого свою ванну, и также могу сделать белые стены. То есть это совершенно нейтральный цвет плитки. Решила я ее вот так ромбиком положить, девочки, потому что это на моей квартире съемной было ромбиком. Ну блин, не кладите ромбиком, посмотрите дизайнерские проекты, там вообще ромбиком очень редко встретишь. Ну не знаю, это конечно на вкус и цвет, но если бы я знала, я бы ромбиком не ложила. Сейчас у нас все не затерто, естественно вот эти швы темные, они будут затерты под цвет, затирка... Затирка, нет, не белая, там белого оттенка, мне сказали, очень много цветов, поэтому я взяла кусочек себе, у меня вот такой кусочек в сумке валяется, и затирку буду прям в цвет подбирать, вот этого светленького, поэтому будет все очень красиво. Ну ладно, полы это фигня, тут еще будет все наставлено и коврик стоять, поэтому полы не страшно. В общем, первым делом я сделала полы и в ванне, и в туалете. И потом нам сразу же поставили самый дешевый унитаз. Ну, не самый дешевый там, дороже самого дешевого на 1000 рублей. И поставили, вот купила в Икее, девочки, раковина и тумбочка в Икее продается, светленькая, стоит раковина 900 рублей, тумбочка 800 рублей, короче, меньше 2000, такая красота. Вот этот смеситель тоже купила за 500 или 600 рублей. Но честно, мне не нравится, когда вот такой вот маленький, вот струйка идет вот прям сюда, ничего не наберешь, короче, не берите маленький вот такой. Вот такой маленький, это только вот в такую маленькую раковину. А в эту раковину все равно, она, ну, узковатая, конечно, это временная раковина, сразу говорю. Просто дешевенькая и такая симпатичная, да? Лучше брать, чтобы в середину зараза лила, чтобы можно хоть что-то нормально было сделать. Вот это вот не люблю. Но оно вроде бы было покачественнее того, что у них там было. В общем, это стоит у нас в ванне. Так, сразу же нам вывели трубы. Я сразу сказала, что у меня будет вот там ванна. Ну, там трубы были выведены, да? Но нам тут сделали развилки, чтобы все отдельно было. Там на стиралку отдельно, туда-сюда отдельно. И, соответственно, я еще сказала, что я хочу здесь в туалете, так как туалет раздельный. Я решила его не совмещать. Почему? Потому что места на самом деле дофига. И там в ванне, и здесь. Во-вторых, у меня растет сын. И как бы... Скоро ему будет некомфортно ходить в туалет вместе со мной там, или мне вместе с ним. Поэтому я вот об этом позаботилась. И здесь будет раковинка и туалет. Я здесь вообще планирую сделать инсталляцию, но не знаю в каком будущем. Пока что инсталляции не будет, но будет инсталляция потом. И она будет с биде. Что начали делать? Посмотрите, какие стены здесь. Точно такие же были стены. Короче, вот такие вот были стены у меня в ванне. Я хочу сделать все плиткой. Я считала, девочки, я считала, честно вам скажу. И на самом деле, пластиками какими-то сделать там... Ну, в общем, искала, как можно сделать что подешевле. Я решила, что сэкономлю я не так много. Но если здесь будет плитка, то это надежнее. Мои руки красили стены. Вот, поэтому, прежде чем класть плитку, нужно все заштукатурить. Поэтому я наняла рабочих, которые штукатурят все здесь и будут класть плитку все это дело, потому что это уже не для моих суперпрофессиональных ручек. И сейчас, что сделали наши рабочие? Установили сетку, промазали немножечко штукатурочкой тонким слоем и установили маячки. Они должны сутки у нас сохнуть, и завтра он уже придет штукатурить. Пока что я не могу определиться, где в этом углу мне делать розетку, потому что розетку хорошо бы не делать рядом с водой, а я хочу отдельную розетку для того, чтобы стиралку туда втыкать. Но это получается только вот здесь над водой. В общем, будем думать и решать, пока еще не знаю. Ну и сверху где-то здесь две розеточки для фена и для всего. Вот отчертил наш прораб специально, чтобы здесь не штукатурили. Дали мне 2 дня подумать, вымерить и так далее.
Вот, в целом потом покажу, как мы все это заложили плиткой. Хочу светлую взять плитку, все светлое. Завтра он, значит, здесь заштукатурит, по-моему, все. И потом пойдет маячки накладывать сюда. Буду потихоньку вам снимать, в общем-то, и посмотрим. И вот эта стена тоже, что-то там прораб сказал, сделает. Вот это вот он заглушит, шумоизоляцию сделает, канализация, чтобы она не шумела. У нас уже лежат вот такие мягкие штуки специальные. Я в этом особо не разбираюсь, это он там разбирается. Вот, и он все это сделает, и что-то сделает с этой стеной. Как-то ее закроют более-менее, чтобы было симпатично. Вообще я здесь планирую тоже, чтобы были шкафчики. Здесь под инсталляцию должно быть все. В общем, я как бы готовлю все под инсталляцию на долгую перспективу, да. Я примерно вижу, что у меня будет. Вообще изначально я думала покрасить все здесь белым цветом. Потом поняла, кирпич он очень сильно впитывает. Короче, это такой геморрой. Я решила просто вот на этом не экономить, а сделать плитку снизу доверху и просто расслабиться. Так, ну что, день следующий, по поводу ванны, смотрите, уже все сделали, здесь заштукатурили у нас, да, штукатурка называется, да, здесь чуть-чуть сохнет, мы уже вымерили, где у нас будут розетки, розетки будут здесь двойные, и вот там внизу будет специальная розетка для того, чтобы включать нашу стиралку, которая будет здесь, розетки будут специальные, которые делают в саунах и в банях, они, то есть можно их недалеко от воды ставить. Вообще, конечно, здесь не рекомендуется розетки ставить, но так как это будет удобно, эстетично, вот такое решение у нас, специальные розетки. Вот помощник маленький мой. Вот, значит, с этим вот у нас уже почти все закончено, и я думаю еще, ищу, значит, столешницу с раковиной совмещенную, но, к сожалению, пока идеальную для себя не нашла, поэтому сейчас еще у рабочих спросила, есть ли вариант, чтобы они сделали мне здесь столешницу под все это дело, да, и раковину накладную тогда мы сделаем, и стиралку. Сказали, что есть такой вариант, ну, в общем, пока я ищу раковину, если я не найду идеальную, то мы будем просчитывать этот момент, чтобы мне сразу же обложили плиткой и сделали отдельно специальный стол. В общем, сегодня вот так. Так, по ванне, смотрите, тут уже все почти поштукатурили. Вот эта стена уже даже подвысохла. Кстати, момент. Это у нас идет сушитель, полотенцесушитель водяной. Так как я посмотрела ролики, и мой прораб тоже советует делать электрический, он будет дешевле, мы эти утапливаем. Полностью водяные. А здесь выводим шнур для того, чтобы без всяких проводов подключить полотенцесушитель напрямую. И там, где щиток у нас, там будет отдельный выключатель для нее, если мы куда-то будем уезжать и так далее. Вот здесь будет полотенцесушитель напрямую подключен по проводу. Так, все, здесь у нас все. Мы уже взяли ванну, сейчас она должна приехать. И здесь у нас в туалете тоже идет штукатурка. Я ни разу не видела, как проходит этот процесс. Давайте посмотрим вместе. Вот представляете, я бы вот это вот мешала все. Это не женская работа, точно. Так. Как интересно. Не, теоретически это можно было бы сделать, конечно, своими руками. Теоретически. Вот так вот выравниваются стены. Ну, а практически, мне кажется, это должны сделать мальчики. Мужской пол. Так, все, мы ждем. Ждем сейчас ванну. Пока мы ее сюда устанавливать прям не будем. Мы ее пока поставим в середину, вот сюда вот, в комнату. Плитку, кстати, я вам показывала, да? Красивый цвет. Рабочих уже нет, 2 дня сохнет у нас здесь, наша штукатурка скорее бы высохла. Мы, короче, будем здесь жить и будут вместе с нами делать нам плитку. Вот что, чего я так сильно не хотела, но оно все равно будет, неизбежно. Ну, слава тебе, Господи, начались спустя много времени уже работы по стенам. В общем, у нас вот эта стена и вот это уже подсохли, и уже 2 ряда плитки выложили. Сейчас должен прийти прораб, и мы будем смотреть, откуда у нас будут начинаться полочки, вот здесь вот, да, как мы их сделаем. Вот, в общем, моя красивая плиточка уже выкладывается потихоньку. Ага. А в туалете нам за гипсокартон
гипсокартоном сделали уже вот стену, вырезали все. И пока что я вообще планирую, уже говорила здесь инсталляцию, но пока не получается сделать и полочки, также это нужно заказывать отдельного человека, который придет, все это вымерит, сделает полочки. Я вообще думаю покрасить чисто белым цветом вот эту гипсокартоновую стену. И покажу вам потом, как получится. Ну, просто чтобы визуально, потому что вот здесь будет плитка, а там чисто визуально сделаем вот красиво. Хотя плитку взяли и на эту стену тоже. Ну, в общем, она пригодится. Ну и, кстати, так как нам, видите, вот уже вывели здесь шнур, здесь будет подключаться электрический полотенцесушитель. Я уже говорила, водный мы вот заделали. Здесь торчали от водного контакты, трубы. Его заделали, включать не будем, а электрические выведут здесь отдельный щиток, я уже говорила, да. В общем, мы посмотрим. Сейчас он пока что на непонятном уровне. Для того, чтобы его установить правильно, да, нужно полотенцесушитель купить сначала, посмотреть, где у него сверху и снизу, как правило говорят, снизу этот провод, и вот уже потом замуровать все это и посмотреть. Поэтому в ближайшее время мы купим полотенцесушитель и будем все это вымерять. Вот с этой стороны, видите, оно вылетает, и вот так по над стеночкой будет у нас. Уже подключили, кстати, Wi-Fi роутер. Вот такая вот красивая плиточка, она матовая, гладкая, с невероятно красивым цветом, принтом. Как видите, наша плитка все еще стоит. Как видите, здесь полный срач. И сегодня рабочего моего нету, потому что у него ЧП произошло. Вот. Ну, честно говоря, я уже ненавижу рабочих. Вот что я могу вам сказать. И мне хочется скорее, чтобы это все закончилось. И я просто не ожидала. Да, я не ожидала. Я привыкла, что если люди говорят, что они сделают в срок, быстро все, то это так и будет. И я поняла, что очень важно никогда рабочим не давать деньги вперед. Никогда. Реально, давайте даже маленький процент. Вот у меня рабочие, они еще, ну, как бы здесь хороший момент, что они немного как бы в долг даже, да, то есть они в долг могут поработать чуть-чуть, как бы, я говорю, там, попозже, через недельку, через две отдам, да, и они продолжают работать. Как бы здесь больше я им должна, чем они мне, да. Но все же у меня такое положение, и все об этом знают, что ребенок придет жить вот в эту грязь, понимаете? И мне зуб давали, что будет все сделано до того числа, которое мне нужно. А у нас получается то один какой-то день херня, то второй день что-то происходит, третий. Сегодня вообще край произошло, что даже претензий никаких, понимаете, не предъявишь. Серьезные вещи происходят. Но от того, что происходит это каждый день, как-то непонятно как, да? Так, честно говоря, я уже не верю, вот, поэтому я хочу, чтобы все это быстрее закончилось, я не знаю, я на грани, честно говоря, и я в таких, на самом деле, вещах сложных обычно принимаю резкие движения, ну, то есть, грубо говоря, просто меняю рабочих, просто все рассчитываюсь, до свидания, и все, я реально на грани этого, просто попрощаться, найти других людей, даже если они будут брать больше денег, мне главное, чтобы делали все в срок. И сейчас получается вот такая ситуация, ничего толком не сделано, даже еще не заштукатурены там кое-какие стены, я увидела. И вот, и завтра, понимаете, мы вот в это переселяемся с ребенком и с мамой. И здесь будет рабочий работать, а ему здесь работать еще, я не знаю, дней 5, наверное. Поэтому я злая. Я на грани принятия серьезных решений. Ну что, мои хорошие, продолжаем разговор про ванну-туалет. Значит, в туалете заставила я, они у меня, оказывается, рабочие, уже начали класть плитку, но не доложили здесь штукатурку, а уже просили денег за штукатурку. Все очень хитро, так что будьте с этим внимательны, чтобы рабочие сделали сначала одно. Вот, например, у меня ситуация такая произошла, уже долго это везде. Такая ситуация произошла, что рабочие, как бы, мы их наняли делать и штукатурку, и много чего делали. И получается, что они там штукатурку сделали, да не доделали, плитку начали там уже делать, а потом начали не выходить на работу, и получилось так, что
как бы рассчитаться за что-то надо, чтобы людей отпустить, да, и им нужно было доделать работу. Я начала когда смотреть, оказывается, вот эту стену они вообще еще не доделали. Но вот сейчас уже зашпаклевали вот эту стену и заштукатурили вот эту вот. Вот это все было не заштукатурено, заштукатурили. Здесь все, работа со штукатуркой закончена, за это можно рассчитаться уже. И что у нас здесь? И ванна. Самое интересное, что вот это вот в конце сделали, видите, с шпаклевкой, потому что не доделали, то есть вот здесь вот было не доделано, то есть дырка такая была, и они собирались уже расчет получать. Меня дома просто не было, да, вот вывели вот это вот, заштукатурил другой мастер, сейчас приходил другой мастер, потому что тот мастер, который работал, он не в состоянии работать, вот, и, короче, вот зашпаклевали, я говорю, что это такое... И оно даже, по-моему, я не знаю, ровно, неровно. Короче, это уже человек, который придет, вот они положили чуть-чуть, видите, плитки. Когда человек другой придет уже мне класть плитку, он уже посмотрит, что это вообще такое, как бы, и как с этим жить. Ну, в общем, доделали кое-как, чтобы я просто рассчиталась со штукатуркой. В общем, ладно, будем продолжать. Я буду искать еще плиточника. Это видео, короче, продолжается. Оно будет очень долгое, пока мне не положат плитку и не подключат. Самое интересное, что все он мне считал, вот все вещи, которые я делала, вот эту плитку на пол. Я же тоже полностью ему говорила. Я сначала хотела положить плитку на пол, мне подключили, чтобы раковину, вот ту, которая стоит, и подключили ванну, и подключили туалет. И он это все считал, как бы сантехника отдельно считал, но здесь сантехника не было, здесь делал все плиточник подключал, все делал. Вот, поэтому, когда они ушли сейчас, видите, у нас здесь раковины нет, ванны нет, а деньги за это взяты, взяты в комплекс, еще когда нам пол клали. Поэтому здесь в этом смысле вообще очень сложно, короче. И я, ну вот такая ситуация, что нам нужно с ними попрощаться как можно быстрее и найти других людей. Иначе это будет, иначе только ванна и туалет будет делаться год. Какие планы? Планы сейчас рассчитаться с этим рабочим и отправить его в освояси и начинать искать нового плиточника. А для этого сначала, видите, нам еще тут заделали, как бы тут шнур, ладно, вывел, хрен с ним, но здесь... Здесь у нас должны быть розетки, вот здесь под свет зеркала хочу большое тут поставить, со светом, тоже там вывести провод, не вывели, вообще по-хорошему он должен был, наверное, вот так же его вывести, но не вывел, хрен с ним, сказали, потом выведут, я не знаю как. Вы воду уже подключили, можно открывать там неделя, да? Уже там тоже закрывалось. Складываем ванну. Перепаяли уже? Тодом, тодом. Акробат. Вот, перепаяли, углубили все. Пока я, короче, дома тут чуть-чуть снимаю. Ты видишь, да, что сделали, какую нам стену сделали, которая легко отходит. В общем, вот мы будем эту стену переделывать. Да. Ну, ребята, в общем, завтра в этом на рынке здесь возьмут этот материал, чтобы ты оттуда не везла. В общем, я тебе сейчас это видео скидываю. Кошмар какой-то. Ну вот, как видите, отвалилась вся стена, которую делали предыдущие рабочие. Сейчас, чтобы у меня держалась плитка, мы все отваливаем и переделываем. Видела? Ну что, мои хорошие, я уже заговариваюсь, рабочие ушли, сегодня они работали где-то, ну, с обеда примерно, но, в принципе, уже сделали то, что меня радует. Итак, первое, что сделали, это переделали вот это вот, то, что здесь было от предыдущих. Вот, тут они сказали уже, ну, как бы, вот так останется, но это, в принципе, видно не будет, вообще, они бы, когда делали, они бы сделали так, что и вот этого видно не было бы, вот, но они все здесь убрали, все углубили, что под плиточку все это дело вырежется, и уже очень аккуратно все, сделали мне свет, сделали мне здесь розетки, это для машинки стиральной, здесь два, вот я сказала, вот здесь сделать, у меня здесь два вывода под розеточки, будет. Здесь у меня для зеркала с подсветкой. Если вдруг будет с подсветкой, если не будет, то как-нибудь там уберем.
Здесь у меня под электрический полотенцесушитель. Мы его сразу напрямую подключим. Я его уже купила. Так, и ванну собрали. Сегодня мне ванну и поставили. От нее они будут отталкиваться. Они еще должны докупить кое-что там, чтобы ванну как следует там вот поставить, засиликонить все, чтобы она, короче, крепко стояла. Это в ванне вот здесь. То, что вот переделывали, значит, они вот это дело. И здесь, посмотрите, мешки штукатурки. Это предыдущие рабочие. Положили мне штукатурку здесь так на цемент, что она, короче, они вот так постучали по ней, говорят, смотри, она глухая. Там, говорит, мы как бы не рекомендовали бы на такое ложить вообще плитку, потому что гарантии не будет, держаться она будет или нет. И когда они начали, я говорю, ну давайте переделать это. Когда они начали, стукнули просто по... вот здесь вот стукнули, все начало рушиться, как бы, и хорошо, что это все дело переделывали. Оказывается, здесь не было ни сетки, которая должна была бы держать там, да, ни какого-то вот специального слоя сцепления, да. То есть здесь бетонная стена, и на нее, прежде чем штукатурить ее, нужно сделать, вот, они сейчас сделали слой клея. Для сцепления хорошего. Слой клея, потом на этот слой клея они будут наносить штукатурку. Вот, и тогда уже сверху потом на штукатурку нужно будет делать плитку. И вот здесь они положили уже плитку, 4 ряда. И вот красиво тоже здесь все убрали, потому что здесь все торчало вот так непонятно как. Они все убрали, сделали красиво аккуратные вырезы, чтобы ничего нигде не торчало. Вот так вот. Вот. Ну и все, остальное оставили на завтра. Вот, пожалуйста, переделка работы. Рабочим предыдущим позвонила, не рабочим, а бригадиру, который всем этим заправлял. Он, короче, бросил трубку и сказал: у меня все там было нормально, все хорошо было. И, короче, понятно, что бесполезно с ним разговаривать. Вот, в общем, скорее бы просто все это... Ё-моё. Скорее бы все это закончилось просто. Ну, это из чего у нас стены были. Смотрите, рабочие принесли. Это, наверное, для полочек. Наверное, для полочек. Это для полочек, да? Под ванну. А, под ванну. Ого. Ну, там, где не хватает. Так, полочки. Я же заказала полочки. Хочу здесь полочки такие встроенные. Я вообще даже не представляла, как это делается. Здесь профиля внутри. И сверху вот гипсокартон. Да, это? Гипсокартон сделали, если я правильно все понимаю. Здесь внизу вот такие вот штуки. Вот. Установили ванну. Еще смотрите, справа правило называется, чтобы здесь все четенько сидело. А здесь слева вот на вот такие вот поставили штуки. Так что все плотненько должно быть. Ой, она уже не дергается. И вот здесь все засиликонено, да, называется? Да, да. Засиликонено. Класс! Ну что, мои дорогие, смотрите. Во второй день рабочие сделали уже, выложили всю стену до потолка. Всю стену до потолка, стену. Что это за сленг у меня? Выставили нам вот то, что я хочу. Здесь полочки, чтобы были встроены. Ну, чтобы не вешать лишнего ничего. И здесь потом стеклянные я поставлю. Такие стеклянные, как мне удобно. Но это потом уже. Здесь главное будет уже полочка одна. Все видите в уровень. Здесь, как предыдущий мастер мне говорил, наклеить такую фигню, знаете, чтобы не заливало. Я говорю, а что, нельзя сделать так, чтобы плитка подходила там, говорю, ну и все, как бы, и не нужно было ничего клеить. Он такой, нет, это же акриловая ванна, с ней так нельзя. А тут, ребята, видите, все засиликонили, все сделали, и ничего заливаться туда не будет. И не нужно мне клеить эту широкую прорезиненную херню, чтобы она здесь вот так некрасиво, как вот у меня на старой квартире была. Короче, вот до потолка и здесь. Две стены они сделали до потолка. Сегодня они будут делать короб. Там как бы я выбрала, можно было железный уголок сюда поставить просто, да, 90 градусов, и сделать все. А я выбрала, чтобы они подпилили плитку на 45 градусов. Это, короче, там дороже, на 1500 будет работа. Вот, но... Я бы не хотела, чтобы здесь железочка такая торчала. В принципе, она как бы не испортит особо вид, но
Мне вот как-то психологически вот так. Вот. Ну и туалет у нас затянется немного от того, что они будут класть штукатурку сегодня, а штукатурка должна высохнуть, только потом на нее нужно класть. Поэтому это все затянется. А это все от того, что рабочие сволочи не доделали штукатурку. А и здесь туалет тоже еще сделали. Стену. Но это уже делали. В общем, сегодня будет вот это вывод свет на потолок у нас. Отсюда на потолок, оттуда на потолок. Вот. До конца ванну сделают, смесители поставят. Сделают плитку на этой стене. В общем, плитку нам должны ванну сегодня, в принципе, полностью закончить. Единственное, в их работу не входило ставить нам стиралку и раковину. Но мы договоримся, чтобы они поставили, доплатим. Чтобы все было готово здесь уже. Так, ну что, рабочие сейчас ушли. Давайте начнем с ванны. Что сегодня сделали? Сегодня нам поставили краны. Шикарные мои красивые белые шикарные краны. Я потом расскажу в видео. Хотя, может быть, я здесь даже расскажу. Здесь расскажу. Так, поставили ванну, мы уже можем купаться. Все сделали до потолка. И сделали короб вот так вот. Все, здесь уже будет затирочка. Я купила светлую затирочку жасминового цвета. Потом тоже покажу, расскажу, когда уже все сделаю, чтобы вы наглядно видели. И здесь я планирую в будущем стеклянные полочки сделать. Такие. Пока что оно вот так все останется. И полки достаточно будет той. Так. Все, остались вот эти стены. Это нам сделают уже в понедельник. Все выводы, все сделали. И электрик должен прийти завтра, в воскресенье. А что у нас здесь в туалете? А в туалете у нас заштукатурили стену. Теперь здесь нормально уже. И тоже в понедельник ее заложат и эту доделают. В туалете как бы больше ничего не нужно, получается. Вот. Стиралку не стали сегодня подключать, оставили на понедельник, потому что все равно ее придется двигать, все равно вот это надо будет закладывать. Но мы уже рады и счастливы. Да, давайте покажу вам, как работает моя конструкция. В общем, мне очень понравился вот этот вот наборчик. Сейчас я покажу его фирму, если не показывала еще. Открывается водичка, идет вот такой водопадик. Либо сильный, либо слабенький. Вот. И чтобы переключить на душик, вот видите, сейчас душик не работает. Чтобы переключить на душик, мы закрываем. И работает душик у нас вот так вот. Здесь такая штучка есть, которая переключается, и есть два режима. Вот такой вот фонтанчик и вот такой вот более сильный напор центральный. Ну, соответственно, открываем вот так вот. И все. И переключили. Выключаем. Эту штучку еще наверх тоже не повесили, потому что здесь, когда все сделают, затирку, там все дела будут уже устанавливать. Здесь идет в комплекте еще такая штучка, на которую вешается вот так вот наш душ. Вот надо будет мне встать в ванну, там вымерить расстояние. Вот. Так, сейчас покажу фирму, потому что мне очень нравится. А вот этот вот смеситель такой же точно будет стоять вот здесь вот у меня на раковине. Так, вот она фирма, серия Lux. Капа, немецкое качество. Ну, мне рекомендовали, сказали, очень там круто, круто все. Вот это вот такая вот штучка. Регулируется она там, ну, вверх-вниз, короче, можно регулировать будет и все. Вправо-влево нельзя, а вверх-вниз можно. Так. И еще тут что-то. А, еще это не доделали, они доделают попозже. Там еще не идеально сделано все. Он сказал, притащит какие-то штуки специальные. Вот, и такой смеситель будет у меня еще и на раковину. Вот он стоит, ждет своего часа. Ну, а сейчас мы можем уже скупаться, обмыться. И это большая-большая радость для нас. Так, смотрите, как делать затирку от профессионалов. Быстро. Красота. А потом просто протирать тряпочкой вот это лишнее, да? Нет, или... еще расшивается. А, еще сшивается. Так, надо будет посмотреть. Сейчас покажу. Так, теперь берем расшивочный шпатель. Ну, либо кусок кабеля или провода. Или такого. Кусок кабеля, ага. И формируем шов. А-а-а. Вот она весь в чем секрет. А потом уже смывается.
А потом уже вот откуда красота берется-то вся. Все понятно. Спасибо за инструктаж. Остались последние штрихи. Сейчас домываю пол, покажу вам итог и скажу, сколько всего ушло денег на работу всего этого. Да красота вообще обалденная. Ну вот это от дырочки, да? И покажу. Да. Та-дам! Ну что, поехали. Вот смотрите, что-то мыло-мыло, да не домыло где-то. В общем, вся ванна у меня сделана просто плиткой, горизонтальной. Здесь я сделала короб специально. Здесь будут еще у нас полочки стеклянные. Но это отдельная история, потому что, мне кажется, даже видео отдельное будет с этими полочками. Они будут еще не скоро. Мне нужно будет найти. Скорее всего, нужно будет под заказ выпиливать все это дело. Нужно будет найти место, где выпиливают все это дело. Найти человека, который все это сделает. Пока что вот здесь я буду хранить там, ну, которые нужны срочно. Шампунька и бальзамка, господи. Отдышаться надо прям. Все, скорее хочется снять уже, потому что уже это тянется очень долго. Я уже вам это видео обещала. Так, что касается здесь. Короб очень красиво все сделали. Под 45 градусов подпиливали все это. Это мне вышло там дороже где-то на пару тысяч сделать, чем железочку. Есть такой уголочек железный, вставляют и просто как бы делают. Но 1500 я доплатила. И как бы вот так получается. Подпиливали каждую плиточку. Так, с этой стороны у нас будет полотенцесушитель. Вывели под него, четко прям под него, как он будет у нас висеть, все примерили. Вывели провод. Это мы ждем со дня на день нашего электрика. Неизвестно, когда он будет. Я решила не задерживать видео. Это вешалка временная на присосках из фикс-прайса. Пока полотенчики вешать. Вообще, когда здесь будет у нас полотенцесушитель, вот эта штука, она переедет пока сюда. Пока я не придумаю, что вообще будет на этой стене, я еще совершенно не знаю. Пока что здесь будут только вешалки и там какие-то наши эти, как их называют, полочки пластмассовые, мы их тоже временно. Так, ванна, установка ванны, смотрите, она с экраном идет со своим. Вот, экран, конечно, очень такой как бы хлипкий, поэтому я вообще думаю здесь что-то сделать другое. И еще мне здесь не нравится под ванной, видите момент? Вот там заливается вода, особенно когда ребенок купается. Поэтому я думаю, я этот экран в принципе поменяю и сделаю либо раздвижные такие вот. Есть в Leroy Merlin, продаются тоже чисто белые, раздвижные. Мало того, что можно хранить что-то будет под ванной, добраться до нее быстро. И плюс оно крепится к полу и вот здесь вот. И тогда не будет заливаться, можно будет спокойно мыть полы. Но вот вчера ребенок у меня плескался, кувыркался здесь и... Конечно, вот я уже столкнулась с тем, что мы туда подложили все это. Либо бортик сделать какой-то, но это уже вид не тот будет. Короче, насчет экрана я буду еще думать, что поменять. Этот шел в комплекте. Так, сама ванна у меня акриловая. Вообще подробно об этом вот всем, да, я расскажу, что сколько стоило. Это я расскажу в отдельном видео, именно уже сама мебель для ванны. Сейчас я больше вам про работу хотела рассказать, да. Вот, все сделали, все засиликонили. Как мне говорил предыдущий мастер, да, чтобы вы знали, да, ну вы знаете уже всю эту историю, я просто уже не помню, когда это все началось, дело, да, и сколько уже времени длится все это. Вы, наверное, уже с самого начала поняли, да? Мне вообще говорил бортик, вот тот был другой, который говорит, да бортик приклейте и все, как бы, вот типа так на акрил не делается. А пришел другой мастер и все нам сделал, все засиликонил, очень красиво смотрится. Так, смесители тоже про них потом подробно расскажу. Вот здесь тоже все засиликонили рабочие наши новые. Вывели нам все вот здесь розеточки. Вот здесь у меня стиралочка. И вот там тоже розеточка. Там, короче, целая система, я тоже расскажу в другом видео. Просто это долго будет сейчас все рассказывать. Еще нужно доотмывать тут какие-то моменты все, но... В целом все очень идеально. Зеркало будет тоже еще пока не скоро, потому что зеркало я хочу с подсветкой. Это выведено для подсветки все. Вот, хочу с подсветкой большое, ну, примерно такое, как было у нас на той квартире, чтобы оно открывалось, и там тоже были полочки. Это очень, кстати, удобно. Вот, в
В принципе, и все. Две розетки, которые мне нужны, полотенцесушитель будет напрямую подключен. Здесь будет дверь. Кстати, с дверьми мы тоже будем отдельное видео снимать, потому что, видите, здесь у меня плотненько все вот так сидит. Здесь будут что-то обрезать, наличники, да, или как там называется, вот это вот накладки для двери, смещение двери, что мы будем придумывать. Это уже придут мастера, и мы будем фантазировать с ними, потому что у меня здесь, видите, место было прям впритык, вот это вот все. Вот. И полы. Полы делали нам предыдущие люди. Кстати, и большая-большая ошибка, что у нас, по-моему, здесь они не делали, знаете чего, гидроизоляции от воды. Вот здесь нам сделали гидроизоляцию, да, где смогли мастера вот эти. А вот предыдущий, который делал полы, по-моему, не делал гидроизоляции. Но это особо сильно не страшно. Просто нужно не доводить, чтобы здесь вода была, скапливалась. Поэтому я хочу там все это дело изменить. Если у вас есть идеи, как вот это вот все можно изменить. Потому что мне подружка, например, посоветовала какой-то бортик прозрачный есть, да. У меня есть бортик белый. Но от того, что здесь, видите, неровно прям идет вот так вот, да, бортик так раз приклеил, и все может быть, ну, для себя там нормально. Но здесь идет вмятина, тут идут какие-то вот такие моменты, да, перескоки. Поэтому надо, короче, думать. Вообще, я думаю, раздвижной, наверное, сделать и не париться. Главное посмотреть, как он будет выглядеть. Вот. И еще была большая моя ошибка. Потому что я сразу не посмотрела дизайны ванны. И видите, у меня вот здесь вот все, стены идеально для меня. Горизонтальный прямоугольник, крупный, супер. Можно было бы даже еще крупнее, но мне понравилась именно эта плитка, именно эта расцветка. Я просто кайфую, нарадоваться не могу, ничего лишнего. Просто плитка без всяких бортиков, узорчиков и всякой фигни. Цвет плитки бежевый такой, да? Такой вот, видите, с краплениями какими-то под мрамор или что-то. Ну, такой ненавязчивый. И просто белая мебель. Все. Я не хочу никаких других цветов и только от них буду отталкиваться. Если здесь будет что-то, то тоже белое, либо вот такого цвета. Вот. И что я говорила, я не посмотрела дизайн, и поэтому на полу у меня чертовый ромбик. Если бы я вообще посмотрела сразу дизайны, девочки, на полу бы я ромбик не делала. Я бы делала здесь просто прямую кладку плитки. Вот, но я почему-то ромбик решила. А, почему? Потому что на предыдущей квартире, на съемной, у нас был ромбик, и мне, в принципе, он нравился, классный. Затирку я сделала здесь одного цвета, как раз чтобы за счет затирки, она у меня, видите, светлее, за счет затирки сама ванна чуть-чуть высветляется. Вообще сюда можно было сделать затирку еще другую, там, багамы или... песочная, по-моему, да, ну вот багамы сюда были бы, но багама, она больше такая темненькая, как крапления вот эти, да, и тогда ванна казалась бы немножко темнее, а мне хотелось больше высветлить. Ну, в принципе, у меня полы и стены в одной цветовой гамме, поэтому я сюда говорю, тоже делайте затирку мне этого же цвета жасмина. Я потом расскажу подробно уже про материалы, какие мы брали, там, сколько стоили и так далее в отдельном видео рум-тур ванны. Вот. Короче, здесь просто тоже белые полы, они немножко засветляются. Но здесь, вы знаете, тут коврик лежит, тут чуть... Ну, тут вообще, наверное, коврики будут лежать, в принципе. Один большой коврик какой-нибудь или два маленьких, чтобы удобно было стирать. Поэтому, в общем, ванной я полностью довольна. Вот такая вот у нас и ванна. Все остальное мелочи уже не могу больше ждать. Пока что мы вот так закрываем и все. Это наша дверь. И туалет я вам покажу тоже. Туалет, то же самое на полу, то же самое, да, то же самое на стенах, с одной и с другой стороны. Туалет у нас самый дешевый, но оказывается не самый дешевый, нужно было брать на самом деле еще дешевле туалет. Это тоже я расскажу, когда буду туда вот подробно рассказывать рум-тур по ванне, с ценами и со всем делом. И вот эту стену мы, что у нас здесь, гипсокартон сзади, да, у нас вообще здесь... кирпичная стена вот так идет. Ну, вы, наверное, это видели, да? А здесь труба. Трубу изолировали от шума, да? Поставили гипсокартонную картонку. И все это зашпаклевали, да? Или как это называется? Но она не идеально ровная, все равно, видите, шпаклевали. Это все предыдущие работники делали. Вот, я не знаю, может, там пока временно я мазну это все белой краской, просто чтобы вид был нормальный, да? Вот. Пока вот этот туалет будет висеть. Здесь у нас будет раковина когда-то, небольшая. Вот здесь она где-то будет. Тоже мы ее будем под шкафчик, наверное, прятать. Я еще этот момент не знаю. Плитка у нас осталась на инсталляцию.
Тут будет инсталляция у нас, а наверху будут шкафы. Или шкаф один большой, посмотрим. Должно быть все очень красиво. И тут тоже, наверное, будет какая-то полочка такая, потому что места здесь хватает. Это будем фантазировать. Но пока в ближайшие месяцы все будет именно так. Теперь, мои хорошие, по работе. Что вышло по работе? Я не считаю сейчас материалы. Ну, как бы материалы только те, которые покупали рабочие, потому что, ну, то есть я не считаю полку, эту ванну не считаю, смесители не считаю, да, то есть что еще, плитку не считаю. Чисто работа. Сначала нам делали полы. Это вышло где-то у нас в 6 тысяч с работой. Нифига не 6, нет. Я отдала на самом деле 10 тысяч, потому что они должны были вместе с полами нам поставить и ванну, и раковину, и туалет. Ни хрена это они не поставили. Все это, короче, мы убрали, а деньги я уже заплатила. Это я сама тупанула, доверилась людям. Где-то у меня во влогах мелькает лицо этого прораба. И, короче, и он, и его рабочие вообще просто. Я надеюсь, не попадутся они никому, и вот такое вот не будут делать. Это первый момент. Я заплатила где-то 10-11 тысяч. Потом мы договорились о штукатурке. И я заплатила им 31 тысячу все вместе. Получается уже 41 тысяча. Это чисто работа, да? Потому что штукатурку... Ну, они чуть-чуть покупали сами там штукатурки. Плюс я еще ездила, покупала штукатурку. Мы, то есть, огромную часть еще приобрели вместе. Ну, короче, 31 тысячу я им отдала. Последние ребята, которые пришли, которые все переделывали, то есть всю стену в туалете, снимали штукатурку, и она отваливалась. Просто у мамы это видно просто, как она отваливалась. Вот так вот берут, и она отваливается вся. Потом опять снова ставили маячки, делали вот эту вот прокладку для бетонной стены, чтобы все держалось. Потом снова штукатурили. И, в общем, еще они перепаивали вот здесь, вот куча некрасивых выводов было, все торчало, они все спрятали в стену, углубили, и в туалете, и здесь. И это вот то, что они переделывали, это лишние 4-5 тысяч мне пришлось отдать за все это. Вот. Ну и вся работа, 750 рублей кладка плитки за квадратный метр, установка всего этого, стиральная машина. Вот здесь мы намучились, тоже нестандартная вот эта вот вещь. Намучились там долго, все вместе. Я 3 или 4 раза ездила в магазин, чтобы покупать то одно, то другое, то третье. Мы фантазировали, как это все установить. Вот это ванна, установка 2500 стоит. Вот это повесили все, да, там выводы вот эти все сделать. В общем, все вместе я заплатила 49 тысяч. И получается 49 плюс, короче, 91-92 рубля, да? Вот, пожалуйста. Считайте, 100 тысяч округляем, да? Мне вышла только работа за эту красоту. Но это еще вот электрик придет. А, выводы еще все, выводы у меня же вот здесь вот были лампочки, да, выводы все я на потолок, потому что я хочу один красивый свет такой здесь сделать, чтобы он был мощненький. Возможно, я даже сюда сделаю тоже такой свет, знаете, с пультом, чтобы можно было, если ярко, да, ты что-то делаешь, снимаешь супер ярко, а если я просто зашла, хочу, может, ванну принять в какой-то более такой, знаете, уютной атмосфере, я пультом взяла и сделала себе тип ночник. А чё нет, да? Может, я сюда тоже такие поставлю. Они не особо, мне кажется, дорогие. Там за 5 тысяч я могу классную, аккуратненькую купить такую накладную. Накладной свет. Вот. В общем, это видео длинное получилось. От начала до конца вы были со мной в этой ванне. Пишите ваши комментарии. Последними рабочими я очень довольна, потому что это два профессионала, да? Да, они берут неплохие деньги, я так скажу, не маленькие, но они знают себе цены, знают цены своей работы, люди семейные, вот все, вот, ну, люблю, да, все, все вот в семью. Не то, что человек какой-то пришел, там, алкоголик, да, понимаете, или наркоман какой-то, делать тебе за 500 рублей там что-то, да, и в итоге ты не поймешь потом, что сделали. А пришли люди, которые реально, видно, работают, занимаются этим, у них там свой клан рабочих людей, кучу мне насоветовали, то есть они посоветовали электрика, пришел электрик, хороший, все прекрасно сделал, вижу, человек болеет своим делом, тоже профессионал, ну, прям вот просто приятные люди. Поэтому, как бы, я довольна осталась, и даже мне, даже не жалко 49 тысяч заплатить. Но главное, что все сделали, все переделали, то, что нужно было, и теперь я полностью довольна. Поэтому никогда не экономьте, не ищите людей, которые вам что-то там наклепают за 500 рублей, особенно если вы в этом не разбираетесь.
Лучше взять реально людей нормальных. Пусть они берут 700, 800, 900 закладку плитки. Но только, чтобы они это делали все профессионально. Чтобы они в их интересах было, чтобы вы не матюкали их, не плевались. Чтобы они приходили профессионально, подходя к этому. Чтобы у них было все. Чтобы они знали, как что все решить. Понимаете? Чтобы вы остались довольны. Вот. Это мой вывод, и вот к остальным вещам я точно так же, надеюсь, буду подходить, буду стараться. Вот, отдельное видео у меня будет тогда просто про уже, что сколько стоит, ванна, столешница, машинка стиральная и все другое. Я уже здесь все расставлю, мы посмотрим, как что стоит, еще какие-то нюансы расскажу вам. Вот, чем я тут довольна именно по мебели, а что, например, не очень довольна. Это уже будет отдельное видео, более детальное, и мы там посчитаем с вами туда общую стоимость вместе с мебелью. Вот, пока что вот 92 тысячи вышло мне ванна и туалет. Все, дорогие мои, я вас люблю, целую, принимаю поздравления, полноценно купаемся, все супер класс, люблю вас, целую, прощаюсь до следующего видео, пока-пока!